Итак, друзья, всем привет. Давно видео не было на канале спортивный ЖКТСТИ. Сейчас хочу к вашему вниманию очередной ролик от спортивного мужика Владимира, да? И планирую также свое видео еще снять и снять еще не снять, а надо монтаж сделать видео нашего полного интервью с Владимиром, да, то бишь спортивный мужик. Извините, не скучайте и увидимся. Всем физкульт привет, вы на канале спортивный мужик. Итак, сегодня 13 апреля у нас, мне исполнилось 24 года. Ну, конечно, по паспорту 44, но цифры это ерунда. Вам столько лет, насколько вы себя чувствуете. Столько лет, сколько вы сами себе хотите. Можно и в 20, и в 30 лет ощущать себя уже полным стариком. 3 года назад, когда мне было 41 год, я был дряхлым, стареющим, разбитым. Липли уже все старческие болезни начинались у меня. Тогда я решил изменить себя, заняться спортом. Что со мной произошло за 3 года, вы прекрасно видите по моим видео на канале. Там я делюсь своим опытом, как мне все это удалось. Даю какие-то советы. В любом возрасте можно изменить себя, начать новую жизнь. Не быть овощем. Главное иметь какую-то цель, стремиться к ней. Должна быть обязательно мечта в жизни. Всегда. Без этого тупик. И не слушать ни с каких скептиков. Вам с ними не по пути. Начинайте меняться уже сейчас. Не ждите понедельника. Удачи вам и успехов во всем. Встретимся в новых видео. Хотел бы извиниться еще перед своими подписчиками, которые ждали от меня каких-то рекордов. Сесть на шпагат. 44 подтягивания в 44 года. Как я уже говорил на прошлых некоторых видео, я изменил свои приоритеты. Окружающие, в общем-то, им все равно. Они не знают, да и знать не хотят, сколько вы отжимаетесь, какой вес поднимаете, ваши какие-то физические показатели. Но все знакомые, незнакомые всегда видят ваш внешний вид. Так вот, мои приоритеты, то есть улучшать свой внешний вид, ну, конечно, не забывать о функциональности. Ну, а эти цели, возможно, когда-то у меня еще будут впереди,